Всем здравствуйте! Сегодня мы с Анастасией продемонстрируем вам упражнение в упоре. С опорой, то есть мы будем всегда упираться, работать сегодня с нашей штангой, когда она будет помогать. Будем делать упражнение для наших ягодиц. Итак, первое упражнение это будет приседание в упоре. Так, мы на прямые ручки. Данное упражнение начинать выполнять тем, кто вообще никогда не занимался и не имеет понятия о том, как это правильно выполнять приседания. Чтобы вы назад не падали при том, как вы будете данное упражнение выполнять. Хорошо, замечательно. Ну, я думаю, раз 30 будет достаточно для вас выполнить данное упражнение. Так, следующее упражнение. Также выполняем в упоре присед, но необычным. Сейчас мы это будем добавляем с вами. При том, как садиться, мы с вами добавляем ножку и в присед и сели-встали. Да? Раз, два, давай, да, в упоре и пошли. Да, да, и встали. Угу. И поочередно меняем. Да, Анастасия говорит, что это тяжело. Ну, не знаю. Возможно, когда мы там... Человеку, который когда занимался, тренировался, ему да, будет сложновато. Хорошо, достаточно. Вы данную условие как бы у всех выполнения упражнения одно. Спиночку мы всегда при выполнении любого упражнения мы ее держим ровненько. Итак, хорошо, следующее упражнение. У нас пойдет с вами нога в упоре. Будет тоже опять же с вами в упоре. Нога идет назад. Раз, два. То есть коленка идет. Раз, мы ее голенью присоединили и поднялись. Раз. Два. Да, тут же выполняем данное упражнение. И пошли. Хорошо. Да, меняем поочередно. Угу. Вот, хорошо. На каждую ножку по 15 раз мы делаем, и будет вам достаточно. Хорошо. А сейчас мы делаем с вами махи в сторону в упоре. Да, мы делаем раз, два, раз. Два. Оп. Хорошо. Можешь боком встать, да, чтобы людям было лучше видно. Мы делаем же все в упоре. И пошли делаем мах, раз, мах и в сторону. К себе и в сторону. Хорошо. Я думаю, выполнить данное упражнение дома вам не составит никакого труда. Хорошо. Как бы стараемся делать на каждую ногу тоже по 15 раз. Но просто мы делаем от 3 до 4 подходов для начала. И хорошо. И меняю ногу. На другую ногу. Раз. Два. Хорошо. Замечательно. Стараюсь при этом спиночку мы держать ровно. Закончили. Вот мы вам показали тоже небольшой комплекс упражнений в упоре. На наши ножки ягодицы. Всем спасибо. До свидания.